Друзья, я вас приветствую. С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами два смартфона. Два Asus Zenfone 5 серии. Решил я снять этот обзор. Такой мини-обзор. По той причине, что есть на рынке, поставляется модель на процессоре Intel Atom Z2580. И есть такой же аналогичный смартфон, более дешевый, на процессоре Intel Atom Z2560. Разница у них в процессоре, в памяти, в оперативной и во встроенной памяти тоже. Чтобы определить, проще всего для меня показать вам память. Как вы видите, слева памяти 8 встроенной, справа памяти 16. То есть справа у нас более дорогая модель Intel Atom Z2580, а слева 2560. По цене два смартфона отличаются, приблизительно разница у них в $40. Эти модели полностью идентичны, они имеют одинаковый внешний вид, технические размеры, экраны, камеры, все-все-все, прошивки есть, 4.3, 4.4. Единственное, что сейчас у меня на этих смартфонах на левом стоит 4.3 Android, на правом стоит 4.4.2. Давайте покажу вам показатели Antutu, которые набирают эти два смартфона. Отличие вот в первую очередь в баллах. 28 тысяч набрал у меня тот, который постарше, и 22 тысячи тот, который помладше. По техническим характеристикам в Antutu. Смотрите, на прошивку не обращайте внимания, 4.4 можно поставить и на эту версию. Значит, основной вопрос в процессоре. Intel Atom Z2560, частота 1.6 ГГц и Z2580 с частотой 2 ГГц. Все остальные технические характеристики такие же. Отличается также память. 1 гигабайт у левого смартфона и у правого 2 гигабайта оперативной памяти и встроенная память. 8 гиг слева, 16 встроенных. По поводу встроенной памяти. Считаю, что это вообще не нюанс, на который стоит обращать внимание. Этот смартфон поддерживает карты памяти. С картами памяти он работает отлично. То есть программы, приложения, игры на них устанавливаются без проблем. Я делал тесты этих смартфонов. И давайте продемонстрирую вам, что у меня получается. Ну, во-первых, тест Antutu вы уже видели, разницу в баллах тоже видели. Значит, дальше я сделал тест Epic Citadel с максимальной графикой и, естественно, с одинаковым разрешением экрана. FPS 49.8 у меня на модели Z2560 и 53.1 на модели 2580. Разница очень незначительна. То есть очень это несущественно все. Идем дальше. Я знаю, что раз у нас процессоры с частотой немножко разной, то может отличаться время работы от аккумулятора. Значит, слева у меня результат 3 часа 50 минут воспроизведения YouTube на 10% и 3 часа 42 минуты на 11%. То есть можно сделать вывод, что модель слева, та, которая Asus Zenfone 5 2560, более слабым процессором, она немножко будет все-таки дольше работать. Тот же результат, та же закономерность у меня прослеживается и в тестере аккумулятора Antutu Tester. Здесь 3266, здесь 3068. Хочу сказать по поводу вообще быстродействия этих смартфонов. По рабочим столам они летают одинаково быстро, ничего не глючит, не тупит, не подтормаживает. Хочу вам продемонстрировать все-таки самое важное, что зависит от процессора, это игры. Давайте запустим сначала Asphalt 8. Я запускаю максимальные настройки графики. Сверху у меня будет смартфон с более мощным процессором 2 ГГц, а снизу 1.6 ГГц. Запускаю максимальную графику, которая доступна у меня. Могу вам это продемонстрировать. То же самое здесь. И давайте сейчас посмотрим все вместе, как же процессор этот влияет. Стоит ли бояться этого процессора, который у нас дешевле и который не такой крутой и не с такой частотой. Давайте смотреть.
Благодаря оперативной памяти подгружает все уровни во всех играх смартфон быстрее, естественно, тот, который с 2 гигами. Так, давайте посмотрим, как играет. Ну, вроде бы, как по мне, вроде бы играет хорошо. Особых каких-то подтормаживаний я не вижу. Проседания FPS вроде бы тоже нет. Я могу комфортно играть. И это хорошо. Теперь тот же момент, та же игра на более слабой версии. Ну, здесь могу сказать, что, наверное, чуточку проседает FPS, и, в принципе, играть можно так же комфортно, как по мне. То есть, с Асфальтом 8 оба смартфона справляются, как по мне, достойно. И давайте я покажу вам еще игрушку, она называется Dead Trigger 2. Там у меня подтормаживает и первый смартфон, и второй на максимальных настройках графики. Запустил я Dead Trigger 2 на том смартфоне, который Z2580, тот, который помощнее, с максимальными настройками графики. Как вы видите, что даже на максимальных настройках графики почему-то, точнее на максимальном процессоре в данной связке, почему-то с максимальной графикой смартфончик подлагивает и игрушка не идет плавно. Когда у нас появляется много объектов, начинает она подлагивать. Ну, нужно понижать графику, и тогда можно будет более комфортно играть. Так, ну и теперь та же самая игра, те же самые настройки графики максимальные я вам продемонстрирую на смартфоне Asus Zenfone 5, тот, который с процессором Intel Atom Z2560 с частотой 1,6 ГГц. Посмотрим, как запускается данная игрушка на этом девайсе. Итак, более слабый вариант, максимальная графика. Вот такие вот красивенные лужи. Но начинает он подлагивать. И подлагивает таким образом, что для комфортной игры нужно, ну, 100% понижать настройки графики и облегчать ему работу, потому что по-другому вы играть толком не сможете. Какой можно сделать вывод по этим двум смартфонам? Значит, смотрите, что я хочу сказать от себя. Во-первых, бояться вот этой вот более слабой версии не стоит абсолютно. Если вы нацелены, конечно же, играть в самые современные игры, то даже Asus Zenfone 5 на более сильном процессоре не стоит покупать, потому что, ну, все-таки Intel — это даже хуже процессор будет в данном случае, чем MediaTek MTK6592. Но разница между этими смартфонами есть, все-таки это все соответствует заявленным техническим характеристикам. Слева смартфон у меня более слабый, этот правее смартфон, он помощнее. Если вы готовы переплатить 600 гривен, либо даже больше за эту модель, без проблем можно брать. Те, кто не готовы, не бойтесь более слабых технических характеристик. Надобности в оперативной памяти, я уже об этом неоднократно говорил, все работает отлично и с 1 гигом. Вот такой вот кратенький обзор для вас я сделал. Кому было интересно, я рад, подписываемся, ставим лайки, ну и, конечно же, заходим к нам в интернет-магазин и покупаем Asus Zenfone 5 и на процессоре Intel Atom Z2580, и на процессоре Z2560. Спасибо, всего доброго!